Всем доброе утро. Я сидела, монтировала видео и уже выпустила. Вы уже его, наверное, посмотрите. Вот так вот я обычно монтирую. Кошка всегда на плече сидит. Время 10 часов утра. Ребятки уже давно не спят. Прыгают, скачут, играют. Проснулись, наверное, часов 8. Муж со старшим сыном поехали на вторую квартиру с крыши снег скидывать. Я сейчас немножко приведу себя в порядок, и мы хотим сегодня со Светой постряпать блинчики. Так что вот так вот. Ладно, всем желаю всего самого хорошего и всех с праздником. С днем прощения. Заранее прошу вас прощения. Всем хорошего дня. Так, делаем с Оксаной уроки. Оксана уже заморала. Ты посмотри, что вот как ты так? Вот такие вот у них уроки. Как-то мы раньше без этих тетрадей хорошо обходились. И лучше даже, мне кажется, учились. Ну ладно, что теперь? Сейчас вот такая вот рабочая тетрадь называется. А не как у нас раньше были. Так, мы сегодня со Светой будем стряпать блинчики. Что мне для этого понадобится? Молоко, яйцо, мука, сахар с солью обязательно и растительное масло. У нас семья большая, поэтому мы будем замешивать тесто много. Если вам интересно, то оставайтесь с нами. Ребят, смотрите, разбила яйцо, а там два желтка. Хм, классно. Вот в таких вот больших яйцах аж по два желтка. Сейчас разобьем, посмотрим, сколько здесь. Тесто мое почти готово. Сейчас еще немножко добавлю растительного масла сюда. Не знаю, почему-то всегда добавляю. Жарить будем со Светой по очереди, так как придется много жарить. Света одна не сможет, буду я ей тоже помогать. Вот, получилось пол тазика теста. Сейчас растопим печку и будем жарить блинчики. Ну что, дорогие друзья, будем жарить блинчики. Я себе для блинчика специально купила такую ворсовую кисточку. Давненько уже купила, но что-то не показывала. Сейчас налью масло в кружку, чтобы кисточку макать, сковородку смачивать. И будем жарить блинчики. Самое то, мне кажется, для блинчиков это кисточка. Так, ладно, сейчас я приготовлюсь и будем жарить. Так, жарим блинчики. Вот такие вот они у меня получаются. Слушайте, вот эта кисточка не подходит сковородку смазать. Видите, испортила. Ну, зато блинчики мазать растительным маслом. Самое то. Не растительным, а сливочным маслом. Растопила его. И вот
Блинчики смазываю, это самое то. Всех, кто кушает, всем приятного аппетита. Одела на голову платок, чтобы в тесто не попало. Жарю блинчики. На одной сковородке неудобно жарить. Вторая сковородка попробовала, оно все прилипло, надо выкинуть ее уже, эту сковородку. Сковородка старая, та уже. И вот еще одну старую достала сковородку, тоже вот пробую. Ну, не знаю, что-то тоже. Ой, мне как-то писала моя подписчица, что Настя, посмотри, в магните по акции по 250 рублей были сковородки. Я ходила. Ответа я так и не написала. Но там не было сковородок за 250. Самая дешевая была 750-780 рублей. Вот точно такой же марки, которую вы мне фотографии присылали. У нас, если такие дешевые появляются, их быстро разбирают. Ну, мне кажется, там даже и до прилавок не дойдет. Быстро разберут. Поэтому вот так вот. Да, надо как-то разориться, блинную сковородок парочку купить, чтобы блины жарить. Дети любят блинчики, но из-за того, что приходится долго возле печки стоять, я окно открыла. Поэтому блины не могу часто жарить. Ну, жарю куда. Кыса, сейчас упадешь, тут все, блин, расшибешь мне. Ой. Ладно, буду жарить и скоро к вам вернусь. Вот на этой сковородке уже штук 7 пожарила, а здесь все еще первый жарю. Эту вот сковородку еще от моей бабушки досталась. Не видите, с двумя, чтобы сливать, так я не знаю, что она не готовит. Но она тяжелая до чертиков. Ну вот, видите, тяжело. Ну вот, надеюсь, что получше разогреется, может быть, и это. А на этой быстро прям жарится. Раз только и все. Видите, уже можно переворачивать. И все. Быстро, вкусно. Так, нажарила уже вот столько блинчиков. Сейчас дам маленьким кушать. А остальное буду жарить. Тут еще полтазика теста. Жарим, жарим, жарим. Так, наложила деткам блинчики со сгущенкой. Даю, пусть кушают. Так, продолжаю жарить блинчики. Дети уже поели. Вот тут еще есть. Здесь вот я маленькие вот так вот складываю, потом беру вот так и сюда складываю. Это на маленькой сковородке, которые получились. Сейчас вот дожарю остатки. Вот последний поварёшек осталось. И все, можно будет отдыхать. Кое-как. Хотя у меня, ребята, окно открыто, смотрите. Вот все время, пока я жарила, у меня все окно было открыто. Видите? Но не могу, голова кругом аж идет. Ну что, сейчас последний дожарю и пойду сяду, посижу. Все, пожарила блины, можно идти отдыхать. После платка на голове черти знает что. Довольная, дети довольные, дети поели. Знаете, если бы не вот это вот возле печки, я бы хоть каждый день бы блины жарила. Но возле печки жарить их очень тяжело. И физически, и морально. Ладно, всем хорошего дня. Помылись мы уже в бане. Старшие еще в бане моются. Я уже помылась сама, помыла детишек. Устала очень сильно. Слушайте, пятна на лице так и не проходят, ведь у меня. Но вот опять таблетки прекращу пить, мне опять плохо станет. Поэтому я не буду прекращать их пить, буду дальше продолжать. Потому что я их начала пить, у меня состояние улучшилось немного. Сегодня приходили родственники в баню. Ну, приходила только сама Наташа с детьми, с двумя детьми, со старшим сыном и с маленькой доченькой. Ну, ей что, уже 5 лет. Маленькой доченькой. Не 5, а 4. Она на год младше нашей Маринки. В целом, сейчас будем ложить ребятишек скоро спать. Блинчиков дети наелись, даже еще не доели, еще стоят блинчики. Уже все. Надо мне еще сегодня мясо достать, филе куриное, и там, по-моему, у меня еще свинины есть, кусочки нарезанные. Хочу завтра перекрутить, идти в телек наделать, или фрикадельки наделать. Формы пришли, вот как раз надо испытать формы, чтобы были. А то оно так места много занимает, а перекручу, место меньше займет. Что еще завтра планирую делать? Даже не знаю. А надо съездить в город, купить медицинские перчатки.
чтобы нам, когда мы с Машей поедем во вторник в больницу, нам надо обязательно с собой маску и медицинские перчатки на руки одевать. Но я все еще перчатки не купила. Завтра поеду в город, куплю. И надо купить еще влажные салфетки. У меня закончились. В школу ребятишкам Оксана сегодня говорит: мам, у меня закончились влажные салфетки. Я говорю: а которые я тебе подарила на 8 марта? Помните, я Рафаэла покупала и упаковку влажных салфеток. Я их детям подарила на 8 марта. А тогда я не сказала, почему, что мне оно нужно, для чего. Потом объясню, чтобы дети. Потому что они рядом стояли, они все понимали. А так я им сказала: не трогать. Убрала потом и все. А потом на 8 марта они получили: о, мам, мы это хотели. Они довольны были, это самое главное. И вот надо купить Оксане в школу еще салфеточки будет. Что-то еще надо было мне было в городе. А, семена мне надо посмотреть, арбуза, тыквы. Я хочу на ничего посадить. Попробовать, ни разу не садила. Поэтому хочу попробовать посадить арбуз, тыкву. Подруга просто посадила. Она говорит: попробуй, возьми, посади, хорошо, говорит, растет. Места много, по сути, не занимает. Вот хочу взять, попробовать посадить, посмотрим, что получится. И мне надо еще семена перцев купить потом. Или купить просто перец обычный в магазине. Как думаете? Разрезать его, и там семена. Кто-то мне такое говорил уже из подписчиков, что она не покупает никогда семена, она покупает в магазине перец, разрезает, а тут и семена достает и садит. Я вот думала, может, мне так же сделать? Напишите обязательно в комментариях. Буду ждать ваши обязательно комментарии. В целом, так у нас все вроде хорошо. Слава богу, никто не болеет. Но Ванечка тут выходные немножко подсопливливал. Сопельки у него были. Но я ему капала капельки. Ксилен капала. Однопроцентный. И вроде у него получше стало. Слава тебе, Господи. И у меня был этот интерферон капельки, да, в носик. Еще их капал. Они же, как считается, противовирусные. У меня там еще два флакончика было. Вот один флакончик я искапала, и один у меня еще остался в запасе. Сейчас, потому что интерферон найти очень тяжело. Жарко в бане? О, у меня девчонки с бани пришли. Хорошо, Маш, баня? Одежду грязную оттуда не принесли? Ну, Егорушка, иди в баню, сына! Сейчас Егорушка в баню пойдет. Так что вот такие вот у нас дела. Ладно, дорогие друзья, на этом буду свой влог заканчивать. Сейчас скоро пойду ребятишек спать улаживать. И да, хотела еще вот что спросить. Знаете, у меня стала проблема то, что я не могу опять себе крем для лица подобрать. Посоветуйте какой-нибудь крем от 35 и плюс возраст, который вот фирма уже проверена, потому что я не знаю, какие взять, ребят. Я боюсь, что я возьму, а у меня аллергия выйдет на него. И не знаю, что мне делать. Что, жарко, что ли, было? Ты что падаешь-то? Тут были две резинки. Они на пол упали, Катя их убрала куда-то. Они возле телека. Тут там где-то это. А, вы феном будете сушить волосы? Ну ладно, дорогие друзья, на этом я попрощаюсь, потому что сейчас фен включат и будет шумно. Всем желаю всего самого хорошего, всем говорю, берегите себя, берегите свое здоровье. Мы вас всех очень сильно любим, всем говорим пока-пока.